выставка называется «Идентификация». Идентификация в смысле найти какую-то связь между людьми, то есть украинцами, которые жили 100 лет назад, и теми, которые живут сейчас. Не только как бы дело в похожести людей, а в плане созвучности фотографий того времени и фотографий сейчас, те, которые я делаю, и ну, как бы, как люди себя вели в этих всех делах фотографических. Вот. И есть, по-моему, связь, в зависимости от того, какое количество времени разделяет людей.